Сегодня я расскажу про статуэтку Кусинского чугуноплавильного завода Емеля со щукой, с ведрами. Тут вот такие ведра с душками. Душки. Поймал щуку. Это по мотивам русской сказки. Такая интересная фигурка. Вот, довольно такая массивная. Сейчас размер ее покажу. Так вот, постамент 155 миллиметров, высота 170, вес такой порядочный. Завершим, сколько она весит. Два и три килограмма. Так, клеймо тут Куса. 1974 год. Ну, пожалуй, все.